Всем привет, всем добрый вечер. Клуб Александр Невский, Санкт-Петербург. Сегодня хотим показать такую методическую, ну это не наработка, ну просто методика наработки быстрого смены захватов, перехода с движения на движение. Ну вот на примере начинаем работать, отрабатываем, берем, грубо говоря, длинную линию, да, партнер стоит спиной к тем матам, ручки перед собой, первый проход я делаю не быстро, чтобы вспомнить движение, делаю перевод изнутри, партнер делает шаг назад, да, перевод изнутри вправо, влево, перевод снаружи, перевод снаружи, шаг назад каждый раз, да, потом забираю шею, подернул, подушил, шаг назад, забираю шею, подернул, задушил, правый, левый, да? Дальше, перевод, зашел за спину, ухожу, когда из захвата, я не теряю захваты, один захват остается какой-то, да, вот, забираю, ухожу, забираю голову, да? Забрал голову, да? Отсюда, перевод, зашел за спину, перевод, зашел за спину, приподнял, захват держу, да. Там, отсюда раз, отсюда прихватил, держу. Отсюда. Вот такая работа. И вот так до конца идем. Скорость постепенно наращиваем. И тут очень много зависит от того, как работает партнер. Я сейчас буду партнером, на котором идет отработка. Как неправильно делать, не будем показывать. Как правильно. Выдергиваем. Туда, захват все время остается. Захват стоит. Да. То есть моя работа, кто меня отпускает, делай. Сразу в исходное положение переходи. И делать небольшой шаг назад. Шаг спиной вперед. Да. Повторяться будет, ничего страшного. Здесь надо просто нарабатывать уже автоматизм. Автоматизм движения. Уже если по отдельным движениям наработаны, теперь надо их комбинировать вместе ближе к плечу. Во. Да. Да. Ага. Ну вот, мы показали только один элемент, который необходимо, я считаю, включать в каждую тренировку. Это важно. Ну, во всех этих борьбах, я считаю, где есть такая плотная борьба. Если было бы кимоно, то же самое можно было бы за куртку использовать за кимоно, если для борьбы в куртках. Если без курток, то такими вольной классикой движениями. Самое главное, работа партнера важна. Партнер не должен оставаться в каких-то положениях. Наклонили, наклонился и выпрямляешься. Шаг назад. Наклонили, наклонили. Перевели, перевели. Шаг назад. И партнер обязательно не должен терять захват. Смотрите, медленно покажу, да? Вот я взял захват один, сделал перевод. Ухожу, захват есть. Забрал, захват есть. Захват есть. Захват есть. Да, вот уже захват, перебираю, он отходит спиной вперед. Отходит, отходит, да. Раз, уже сюда, да? Захват есть. Вот, захват есть. Захват есть. Это очень важно, постоянный контроль захвата. Как только потерян разорван захват, автоматически надо начинать все сначала. Захват небольшой есть, у вас есть какое-то небольшое уже преимущество. Поэтому берем захваты и нарабатываем автоматизм, связываем разные движения, входы в корпус, подготовка к броскам, просто переводы, для того, чтобы в борьбе уже не раздумывать, что вы будете, я это сделаю, руки сами работают. Руки, шея, корпус, руки, шея, корпус.
Также потом можно подключать и ноги, шея, ноги, шея, ноги. Но это уже отдельная тема. Так что всем удачи, всем всего доброго, спасибо.